расскажу о еще двух элементах работы с барабанами, точнее, с барабанной партией. Это о, скажем так, искусственном создании брейков. То есть мы уже это делали с помощью этой регулятора Fills. Но они как бы создавались только вот в местах, где сам решал барабанщик. То есть, как правило, это в середине региона, то есть между четвертым и пятым тактом партии. И в конце. То есть давайте еще раз послушаем. Это был первый брейк, и в конце будет еще один. Вот. Бывает такое часто, что, например, вот до вступления основной партии, допустим, вот это вот оно, у нас есть как бы интро песни, и мы хотим, чтобы она началась с брейка определенных барабанов. Что сделать? Ну, очень просто. Для этого можно, например, здесь создать drummer region. Вот здесь я с зажатым control нажимаю по пустому месту, у меня появляется меню, и здесь сразу есть create drummer region. И он создается на один такт. Здесь можно поставить именно для этого региона значение fills на максимум. И вот что у нас получится. То есть у нас получился такой на целый такт брейк. Мы можем, например, до двух долей сократить. И у нас получается такой стандартный брейк перед началом песни. И то же самое можно сделать с самой партией. То есть, например, я хочу, чтобы у меня вот здесь был брейк. Я просто разрезаю с помощью Markway Tool вот этот инструмент. Либо можно использовать ножницы, которые у меня назначены на правую кнопку мыши. Я, например, могу разрезать здесь и здесь. Вот. И выбрав все вот эти регионы с зажатой клавишей Shift, я просто могу установить значение fills побольше, и у меня будет вообще везде сбивки. То есть на границе каждого региона у меня будут сбивки. То есть по умолчанию всегда барабанщик... Он как бы следует за вот этими регионами, то есть за тем, как у нас разделена партия. То есть в данном случае у нас есть целый восьмитактовый регион, а здесь у нас четыре двухтактовых. И в конце каждого региона, неважно, сколько бы он был, там один такт или вот полтакта, или два такта, неважно, барабанщик автоматически играет брейки, если у нас включен параметр fills. Если у нас выключен параметр fills, то брейков не будет вообще. Вот. А если он хотя бы как-то включен, то брейк будет по-любому. И поэтому, если вам искусственно нужно создать где-то в каком-то месте брейк в определенном, то вот просто вот вырежьте вот это место, то есть там с помощью ножниц, например, и у вас будет здесь брейк. Добавьте, выделите этот регион, добавьте филов, положение филс, и у вас будет прям такой целотактовый брейк посередине песни. Вот, то есть очень просто это все редактируется. И самое главное, о чем я еще пока не говорил, запомните, что все вот эти редакции, которые мы делаем, вот вообще любые, то есть XYPad положение, выбор инструментов, которым мы играем, выбор партии, то есть все вот это относится только к тому региону, который у нас выбран. То есть вы, если вы выбираете следующий регион, все настройки другие. Поэтому если вы хотите что-то глобально изменить, просто надо выбрать все. И тут уже что-то определенное устанавливать. И у нас, как вы видите, все партии обновляются в зависимости уже с этими от этих настроек. То есть это тоже очень важно, если вы хотите какой-то общий грув получить, общие настройки громкости и сложности, то именно со всеми регионами работайте, потому что иначе у вас каждый регион будет в своем стиле, со своим каким-то свингом и так далее. То есть это ну, не очень как бы правдоподобно, и поэтому за этим надо сразу следить изначально. То есть когда вы только создаете барабанную партию. Так, это то, что касается сбивок. Друзья, вы давно просили нас, и мы это сделали.
самое выгодное предложение специально для вас. Представляем вам пожизненный доступ к базе курсов школы Logic Pro Help, причем как к уже вышедшим курсам, так и к тем, которые появятся в будущем. Как это работает, спросите вы? Все очень просто. Вы приобретаете определенное количество курса кредитов, 30, 50 или сразу 100, за фиксированную сумму, а потом по запросу обмениваете их на интересующий вас курс. Мы в ту же секунду пришлем вам выбранный курс из нашей коллекции, а доступ к нему останется у вас пожизненно. При этом вы сами решаете, в каком порядке и в каком количестве запрашивать курсы. Вы можете сразу запросить все, что уже было выпущено школой Logic Pro Help на данный момент, а можете запрашивать порционно, оставляя часть кредитов на будущие курсы. Все максимально гибко. Вы смотрите и изучаете только то, что вас интересует. При этом вы фиксируете за собой самую выгодную цену в перерасчете на один курс. Кстати, пожизненный доступ можно также приобрести и в рассрочку. Переходите по ссылке в описании и узнайте подробнее, как это работает, а также узнайте о подарках, которые ждут каждого купившего пожизненный доступ. Не откладывайте обучение на потом, начните прямо сейчас. Давайте я сейчас это все удалю и создам новый. По умолчанию создается 8-тактовый рисунок. Так, создам новый, и что я хочу сделать? Я хочу привязать нашу партию бочки и малого к какому-то инструменту, в данном случае к басу, например. Ну, сейчас слышно, что бочка играет какую-то свою партию, бас свою, и они не всегда совпадают. Ну, давайте здесь включим режим follow и выберем этот Liverpool бас, который у меня здесь загружен. То есть здесь можно выбрать любую дорожку, которая есть в проекте. У меня здесь еще есть гитара, пока она выключена. Давайте послушаем. То сейчас очень явно видно, что бочка играет именно там, где играет бас. То есть все доли синхронизированы у нас. Вот, так что это очень отличный вариант привязать вашу партию барабанов к какому-либо инструменту. И я вам очень рекомендую тоже это делать, чтобы у вас был такой общий ритм секции в композиции, а сверху вы уже могли бы записывать какие-то другие инструменты с разными чувствами. Это как бы создаст основу песни, и когда бочка с басом вообще барабаны с басом совпадают, это всегда уже выводит песню на другой уровень, то есть аранжировку на другой уровень, потому что уже в ней есть такая некая продуманность, потому что когда мы изначально просто набрасываем инструменты, как правило, у нас барабан играет одно, бас играет другое, там гитара третья, и получается просто какой-то набор партий, вроде бы все хорошо, но какого-то общего кача, общего грува нету. И поэтому вот такая функция, как follow, она очень помогает в этом. Так, ну, по редактору все. И дальше мы рассмотрим уже работу с самим инструментом Drum Kit Designer, то есть с редактором барабанной установки. Так, увидимся в следующем видео.